здравствуйте! Главный совет звезд сегодня – сделайте что-то для своего тела. Тайский массаж, горячая ванна, йога, заглянуть к остеопату и убрать зажимы. Вы почувствуете легкость и точно станете радостнее после этого. Выбирайте то, что нравится вашему телу. А еще, в этот вторник, если вы начнете вести здоровый образ жизни, то у вас получится закрепить результат на долгое время. Пора уже начать стронять к Новому году. Мои подруги уже в курсе этих рекомендаций. Почему я говорю про расслабление так много? Потому что день, в принципе, продуктивный, но к вечеру может быть некое напряжение, и важно накопившиеся эмоции выплеснуть, а не заглушить в себе. Если у вас есть возможность и наступит это самое напряжение, пообщайтесь с психологом или любым мудрым человеком. Удачными будут сегодня финансовые дела и все, что связано с документами. Воспользуйтесь расположением звезд. Удачи!